Польские казки и поданні. Ледяная гора. Давным-давно, а мо не так уже и давно, за горами, за лясами, а мо не де побач, жила капризная да злостная королевна Марыся. Не чапай гэтага! Я хочу прибрать, каб был парадок. Слухайся мяне, рыжуха! Что гэта? Слёзы королевна. Нанижи мне их на веровочку, будуть кораллики! Добра, королевна. Марыся. Не! Это моё! Моё! Отдайте жемчужины! Зараз же вернитесь! Отдайте! Супокойся, Люба, я купим тебе пригожейшее. Я не хочу инших! Чего вы чекаете? Ловите птушек! Пришлите сюда когось, кто умеет летать, как вернуть назад мои жемчужины. Дочушка, у людей нема крылов. Я так хочу и усё. И что теперь? Что робить? С дороги! Мне я не треба и усё тут. Прислуга, ловите злодея! Ловите! Ловите! Королевна, прояви ласку, помилуй яго. О, навод не подумаю. Яго треба пакараць усё. А, придумала. Ты будзеш сядзець з галубамі, пакуль не навучыся лётаць. Помилуй, калі ласка. У галубятню! Шах, любы, зраби что-небудь, бо гэты бядак там змерзне. Не турбуйся, душа моя, яна не дасць яго ў крыўду. Эй! Утякай, я что-нибудь придумаю. Цікава, ці навучуся я там лятаць. Утёк! Утёк! Злодзей, утёк! Здраднік! Няздары дармаеды! Гэта так у яго пільнавалі! Хлопец здольны, відаць, быў, навучыўся лётаць і адляцеў. Я не прабачу гэтым птушкам! Хлопцу таксама! Хачу мець палац у аблоках, абвясціць на ўвесь свет, што прыгажуня каралёна Марыся выйдзе замуж за каралевіча з палацам у аблоках. Як скажаш, дачушка. Зараз жа! Неадкладна! Зараз жа! Зараз жа! Падрыхтуйце маю карету, Марыся красуня!
Яна стане оздобой моего палацу. Прихожуня Марися, Марися. Королевич Пампудінг. Ну хоче, не тягни. Не думай, що ти один і тут. Наступний. Його милость хан Адрала. Не хочу пыхливой жонки. Император Гарбата. О, знов некие птушки. Прячь отсюль разом со своим подарунком. Привели, а? Сама дам рады. А лебеди умеют летать аж до облаков? Так, королевна. Эй, эй, вы! Плывите сюды, до меня! Ну, худшей плывите! Сюды, сюды, сюды! Якая я на прыгажуня! Те, хтось из вас хотел бы стать моим мужем? Я? И я так само. Я беру того, кто прыгажей спевает. Лебеди не спевают. Спев их забивая. Я хочу послухать ваш спев! Ла-ла-ла-ла! Не роби гэтага! Ла-ла-ла! Спявай, спявай! Ла-ла-ла-ла! Гучней! Гучней! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла! Ну, спявай! Уставай! Спявай, спявай, уставай, спявай. Вертайся! Вертайся, зараз же чуєш? Іди куди? Хотела жить у палацы под облоками, дык вось ён. Ой, что это значит? Забери меня отсюль. Ты застанешься тут, покуль не зразумеешь, якая ты дрэнная. Забери меня отсюль, забери, бабушка, дуешь, зараз же. Неоткладно, зараз же. Где ж теперь наша дочушка? Что это?
ты тут робишь, малеча? О, поможи мне. Я домой хочу, до мамы и таты. Что это? Это мое сердце. Какое хорошее. Лети, малятка, лети. Плач. Это первые слезы у твоим житти. Я более никого, никуда не буду крыудить. О, какая я была дрянная. Какая дрянная я была. Какая дрянная я была. Усе чакают тебе. Думаешь, яны прабачаць мяне? Ой-ой-ой! Глядзі, што вырабляюць птушкі! Эй, любые мои, я вернулась! Дякую. Наша королевна. Мама, мама. Зузя, пробач. Марыся, як ты змянілася? Гэта дзякуючы яму, мама. Гэта ён мяне выратаў. Каралевіч з палацу пад аблокамі. Ты станеш маёй жонкай. А-а-а! І жылі яны доўга і шчасліва.